Работа работой, а отдых по расписанию. Сотрудники ГИБДД проверили наличие и исправность тахографов в машинах. Эти специальные приборы монтируются в большегрузы и междугородние автобусы, чтобы учитывать время в дороге и отдых водителей. И причина это почему? По всей стране прокатился ряд дорожно-транспортных происшествий, как вы сами видите, и с автобусами, и с грузовыми машинами. Водители просто засыпают. А засыпают почему? Потому что у них не выполняется режим труда и отдыха. Сотрудники ГИБДД инициировали эту проверку из-за недавней аварии в Уссурийске. Городской автобус резко затормозил, и пассажир не удержался на ногах. Результат – больничная койка. Подобные рейды снижают инциденты на трассе, считают инспекторы и дальнобойщики. Да чтобы не было аварии, блин, чтобы спали по дороге. Они лупили изо дня в день, из ночи в ночь, блин, потому что аварий очень много по дороге из-за этого. С июля 2014 года в силу вступил закон Минтранса России. В постановлении четко прописано, что каждый междугородний автобус или грузовик должен иметь тахограф. Рейд в Уссурийске показал, прибор есть практически у всех большегрузных водителей, но далеко не каждый его использует. Утром во сколько вы вышли на линию? 8 утра. Перерывы были, отдыхали? Градекова пока там. Градекова. Вы на отдых ставили прибор? Почему? Понимаете, потому что если даже, вот я вижу, карта у вас установлена, все есть. Но если вы отдыхаете, то вы же должны поставить ее на режим отдыха. Так он сам должен там. Нет, вы водитель сами устанавливаете, так что не забывайте устанавливать. За отсутствие тахографа водителю грозит штраф от 1000 до 3000 рублей, а его начальникам на порядок больше – от 5 до 10 тысяч рублей. В ходе уссурийской операции штрафы получили 4 водителя. Дарья Колотилина и Анатолий Молчанов, Телемикс.